С вами интернет-магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас в видеообзоре популярный набор инструмента. Это набор от компании «Мьёл» 58-110. Состоит набор из 94 предметов. Поставляется в такой вот бумажной упаковке, сверху на чемоданчике одевается. Что указывает производитель на упаковке? Высшая проба – это свидетельство о качестве инструмента. Также комплектация с обратной стороны есть. И немного о компании «Мьёл». Это компания из Харькова, Украина, но завод у них находится в Китае. То есть инструмент производится в Китае на заводе. И инструмент полупрофессиональный. Он с успехом применяется и дома для обслуживания автомобилей. Также есть СТО, которые берут этот набор инструментов МИОЛ и также положительные отзывы оставляют о качестве самого набора. В наборе две трещотки под квадрат 1,2 трещотка. Она немного изогнута, как видите. Ну, такие вот трещотки изогнутые, кстати, встречаются в наборах Кенгрой. То есть мы видели их в наборах Кенгрой, вот точно такого же плана. Трещотки на 72 зуба идут в наборе. Имеют реверс, быстрый сброс головки. Рукоятка комбинированная. Рыжий цвет – это резина, и черный – это пластик. И видите, здесь много логотип компании МИОЛ. Надпись на металле есть. Хром ванадий – это материал затопления. Длина трещотки 250 мм. Трещотка под квадрат 1,4. Также она 72 зуба имеет. Реверс, быстрый сброс. Длина ее 150 мм. Рукоятка комбинированная. Резина, пластик. Отверточная рукоятка. Она применяется или с головками под квадрат 1,4. Или применяется с битами. Надеваете нужную биту, и вот такая вот отвертка у вас появляется. Есть присоединительный квадрат сверху на рукоятке. Можно сюда подключать или трещотку, как некоторые делают, реверсивная отвертка получается. Или подсоединять удлинитель. Это уже в зависимости от работ, которые вы проводите. Удлинители. Под квадрат 1,4 у нас три удлинителя. 50 мм. 100 мм и гибкий удлинитель 150 мм для труднодоступных мест. Под квадрат 1,2 два удлинителя 125 мм и 250 мм. Надписи здесь у нас хром ванадий. Так, материал затопления. Хром ванадиевый сталь. Удлинитель 250 мм применяется еще как вороток. Есть вот такой вот переходник, то есть вороток с плавающей головкой. Этот переходник также применяется для перехода с квадрата 3 восьмых на 1 вторую. Если у кого есть по 3 восьмых трещотка или вороток, вы можете применять головки из набора. Благодаря этому переходнику. Два кардана под квадрат 1,2 и под квадрат 1,4. Карданы скреплены металлическими вставками. Так, вороток под квадрат 1,4 с плавающей головкой. Также есть две свечные головки 16 и 21 мм. С резиновыми вставками, для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Так, в наборе идет шестигранный профиль. Головки короткие, шестигранные, здесь 31 штука. 4 мм самая маленькая головка идет под квадрат 1,4. И самая большая под квадрат 1,2 на 32 мм. Вес головки на 32 мм составляет 210 грамм. Надпись на головке хром ванадий 32 мм. Так, верхние крышки идут биты. Биты, которые прессованы в головку, общее количество их здесь 17 штук. Они применяются с квадратом 1,4. И есть биты под квадрат 1,2. Вот их применяется таким вот переходником. Убираете нужную биту и вставляете сюда. И можете подсоединять или вороток для откручивания, или ту же самую трещотку. Общее количество бит под квадрат 1,2 составляет 15 штук. Все биты в наборе подписаны. Ну, кроме нижнего ряда, верхний ряд подписан. Вот, под квадрат 1,4. Головки длинные. Здесь их общее количество головок длинных
составляет 12 штук. Самая маленькая 6 мм. И самая большая на 19. Так, по комплектации все. Теперь по кейсу, как инструмент закрепляется в верхней крышке. Ну, здесь проблем нет. Очень хорошо защелкивается, даже нужно приложить некоторое усилие. И это хорошо, потому что инструмент не выпадает при закрывании набора. Кейс состоит из двух частей. Зависа идет такая вот длинная из пластика, то есть скрепляет две части кейса. Запирание, набор закрывается на горизонтальной защелке такого вот рыжего цвета. Ну, такие вот защелки, считаю, удобнее, чем вот обычные вертикальные, которые накидные. По инструменту. Визуально инструмент очень хорошо изготовлен. Нету следов литья или каких-то сколов, заусениц, то есть, что бывает на дешевом инструменте. Здесь очень хорошо все изготовлено и даже не к чему, в принципе, придраться. Ну и трещотки Миол славятся своей крепостью и долго служат, если ними, конечно, не срывать болты. Так, теперь габариты кейса. Вес набора составляет 5,8 кг. Габариты кейса: ширина 38 см, длина 29 см и высота 8 см. Пластик здесь средней жесткости. Продавливается пальцем, но как бы пружинит хорошо. Здесь видите логотип компании Миол, Миол инструмент. Запирание без проблем. То есть не надо прилагать усилий. То есть хорошо, плавно все закрывается. Ну и кейс тоже. К нему нет никаких вопросов. То есть тоже изготовлен очень хорошо. Ты можешь и на видео посмотреть. Крышки прилегают плотно. Все очень хорошо сделано. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому это видео помогло с выбором или оно вам понравилось. Или оставьте комментарии. Спасибо, до свидания.